Всем привет! Сегодня у нас 7 января. Первая крестная Татьяна пришла. Софушкина, да? И что у нас здесь за танцор? Вау! Вот. Думаешь? И у Софушки классная сумка. Для как раз будет своя сумочка, чтобы ходить на пикник, да, Софушка? Ты думаешь, так что разбегайтесь, а то еще, чтобы не задавил. О, поехал. Мариника, текай. Мариника, не догонялки. О, давай. О, класс. А у него там есть 10-я скорость? Что, быстро? Ты смотри, сам разворачивается. Мурчик? Мурчик, что? Мурчик, что это? Кто это? Я что, я его персиком? Кого? Мурчик персиком? Да, персиком. Но персика Мурчик у нас еще не был. Пока время есть, пока все не пришли, у нас фотосессия. Возле елочки. Ой, лапочка со своей любимой крестной. Карина попала в кадр. И Мурчелла наш. Понятно, Карина, не делай так, вот сказал. Ты смотри какой, ты видел? Кусать стал. Ладно, ждем твоих крестных. Кто тут приехали? Это кто тут? Мишка! А, привет! Привет, привет, давай, я чтоб не светила. Привет, привет! Так, это у нас крестная Маринички приехала. Ну, ждем сейчас твоего крестного еще. А что так он задерживается? Да, что-то, да. Давай в зале сразу расскажешь то, что ты готовила. Как будто мы к вам в гости пришли. Да? Да. Здравствуйте, с праздниками вас. Спасибо, и вас. Ты, это что? А рассказать? Коряда, накануне Рождества прилетел сокол, сел на оконце, краился конце, а остаточки хозяева на шапочке, обрежутся на колесочке. Здравствуйте, ребята. Молодец. Все, хорошо, так. Мне надо кушать, да? Можно, да, сразу и на стол. Там еще. Хоть у меня. И, Мариничка, рассказываем то, что мы учили для... Давай. Коряда, накануне Рождества прилетел сокол, сел на оконце, краился конце, а остаточки хозяевам на шапочке, обрезочки на поясочке. Здравствуйте, справились. Вау, круто! Супер, давайте, супер! Давай сразу, да, чтоб не забыли, по ложечке. Ой, крестный еще не успел раздеться, уже... Я обожаю кутюси, да. Все, это уже будет... Поздравляю с Новым годом и с Рождеством. Сегодня 7 января. Да, правильно, 7 января. Да, всех хочу поздравить с Новым годом, с Рождеством Господним. Пожелать всем здоровья, благополучия, счастья, удачи, всех благ. Все говорят, 20-й год был очень тяжелый. Говорят, была полная опа, да? Ну, как-то и 21-й год, то есть, как бы, не очень... Ну, нет, 21 это тоже очко. Ну, да. Так что, не очень внушает доверие этот год. Мы будем надеяться, что этот год будет намного лучше, счастливее, красивее, удачливее. Всего самого хорошего хочу пожелать в новом году. Поздравить с праздником, всем с Рождеством Христовым и крестницу свою. Ура! С праздниками! Счастливого Рождества! Такая сумочка, которую можно разукрашивать. Красиво разукрасишь, Мариник? Конечно, а этот, фломастеры там какие-то специальные получаются, да? Ну, не... Ну, не знаю, ну, которые не ложатся. Если обычным фломастером... А, он этот, ага. Разлежаться по цвету. Да ты сразу доставай, и тебе будет удобно, что ж каждый раз будешь доставать, засовывать. Мы потом посмотрим конечный вариант, как ты красиво разукрасишь.
потом покажете, какие там у папы карты? Конечно, карты. Да. И Мурчика, конечно же. У нас здесь игра какая? Уна, Фортуна? Уна, Фортуна. Уже вот чемпион есть. Я, честно говоря, не знаю, как в нее играть. Эту игру принес Дедушка Мороз Мариники, но мы так не поиграли пока еще. А кто, вы втроем играли, да? Ну, мы начали втроем, да. Так, ну ладно, играйте, удачи вам в игре, а мы пошли заниматься там домашними. Мы пошли накрывать на стол дальше. И кто нынче чемпион? Я, конечно. Да? Что, серьезно? А, у тебя меньше карт. Иду. Сейчас, Мариш, это Марина. Здрасте. Красотка. А здесь игра. У тебя меньше карт, ты чемпион, да? Я на весь мир показываю твои карты. Всем видно. Софушка, а ты с кем играешь в команде? Сильная команда. Ой, я тебе на пальчик наступил. Какая я маленькая же. Софушка. Софушка. Даша, теперь же в обратку. София. А с кем ты в команде? Кто это? А кто это? Так, смотри, у нас сколько есть зелененьких одинаковых. Софиевска. Опа. Бам, кто это? Что это за дядя? Крестный. Мариничкин крестный, да. Крестный. Да, мы. Так, ладно, здесь идет игра. Две карты берешь. Ага, а могла ты сказать две карты? Да, видишь как. Да. Не зевайте. Кто чемпион? Мы чемпионы! Вау! Аккуратно. Мы же в команде играли, скажи, да? Ну, сильная команда вас оказалась. Неудивительно, что вы выиграли. Самый большой, самый маленький, скажи, да, выиграли? Да. Игра продолжается. Чемпионы нарисовались. Ты можешь выиграть. Да, тройка выбрасывает третий уровень. Это мне крестный подарил. Мариничке сегодня крестный подарил такой именной рюкзак. Вообще класс. Что написано? Мариничкино имя. Мария Николь. Скажи, класс. А там у тебя деньги, наверное. И много денег. Ну, ты его точно не потеряешь, и никто его уже не присвоит себе с таким редким именем, как у тебя. Мы наконец-то дождались еще нашего последнего крестного, да, Софушка? Софушка вчера ждала, но сегодня крестный пришел. Мы созрели на шампанское. Чья это такая? Скажи, крестная подарила. А ты мне дашь поносить? А где я документы буду держать? Это крестный. Розовая. Слушай, ну я тебе скажу, розовая, не розовая, но все же как бы, ну... С праздником, с Рождеством! Да! Так что, дашь подойти? Наливайте бокалы полные. Давай чуть-чуть, крестному на работу, разок съездить. Крестный будет самый модный. Я хочу, чтобы песня звучала, по вином наполнялся бокал, чтоб друг другу так, мы все пожелали. Ну, то, что я вам сейчас пожелал. Сейчас кому пожелаете? Хорошо, мы ждем. Оп. Так, ну давайте выпьем за дотю. Дотю? За дотю. И за Мурчика. За Мурчика мы выпьем обязательно. Я Мурчика. Хорошо. За твоего полосатого, за твоего любимого Мурчика, да? Чтобы он был красивый, пушистый, да? Он не полосатый. А какой он? Рыженький, но иди, на, иди, мы за тебя выпьем. Ах ты, Мурцела, ах ты, рыжая, наглая морда. Давайте, годом, давайте с праздником, с Рождеством. Всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Ура! Давай, вставай красиво и расскажи стишок про ялынку, если хочешь. Ты надевай свою сумку. Мы уже переоделись. Ну, так через плечо. Не, так некрасиво. Вот так, да. Давай, подожди, мы же сделаем ветер. О, вот так, да. Так у нее и так смотрит. Так, еще раз мы сделаем ветер, я же говорю, что мы сейчас все сделаем, как полагается.
Ты все помнишь? Да, не, конечно. Это все третье. Так, а ну подожди, стоп, стоп, стоп. А что тебе в сумку подарили? А ну покажи, что там у тебя в сумке. Там у нас сегодня много подарков, да, Софушка? И Софушки, и Маринички. Там шоколадка. Там нужно еще, чтобы денежка лежала. Ну, вот это повезло. А, да тут кошелек есть, я понял. Уже там все нормально сложно. Расскажешь, Софушка, давай. Только давай посерединке встань, а то тебя как-то плохо видно. Крестному. Все, все, она давай, личность. Давайте так, она личность. Да. Она то, что хочет, то и делает. Не, ну и мы уточним, ты будешь рассказывать? А, она возле елочки, да? Вот так. Вот все, отлично, ну, давай. Я лынку забыла. Ну давай. А, ну-ка. Давай. З'явилася я лынка у нашему шатку. У бонка хашкенка убила мусечку. А сейчас колядочку. То бычачила пищу, то вачовым поезжу, то гапода оведал, то быком был дом, и добом и багом, хорошо чужению, без заботы тягот. Умничка, молодец. Всех с праздником, с Рождеством. Просто молодец. Умничка.